Всем здравствуйте. Хотелось бы обратиться к Марине Беловой и к ее сыну. Хотел бы тебе посоветовать, чтобы ты не падал духом, держался до последнего, и все у тебя будет хорошо. У меня вот тоже, да, там руки, ноги не работают. Как бы, ну, не падаю духом, занимаюсь, стараюсь. Вчера вот играл в футбол вроде бы, да? А сегодня вот жизнь изменилась. Там семья была, да? Жена ушла, вот. Там ребенок есть, который я очень сильно люблю. Вот у меня тоже стимул есть, да, вот, чтобы встать на ноги, к нему бежать, да, к этому ребенку. Потому что, ну, редко вижу. Ну ладно, не будем обо мне. Хотелось бы тебе что сказать. У тебя тоже должен быть стимул. Береги свою маму. Ради мамы занимайся, старайся. Желаю тебе здоровья, счастья. Твоей мамке, в первую очередь, конечно. Потому что, кроме них, мы больше никому не нужны. И все у нас будет хорошо. Так что с улыбочкой не падай духом. Держись. Все будет нормально.